Сорункулы Жакупе Качинары. Только что вышло судебное заседание. Дело в том, что Кари Сорункулы продлили меру пресечения, несмотря на то, что мною были предоставлены документы, согласно которому она не может находиться в условиях СИЗО. Она не может сидеть, она не может участвовать в суде, не подлежит транспортировке. Также реабилитация будет требоваться 30-40 дней. То есть, несмотря на то, что такое тяжелое заболевание и требуется еще раз, она перенесла тяжелую операцию, и ей предстоит еще одна операция, тем не менее, суды отказали удовлетворение моего ходатайства, то есть не отпустили под домашний арест. Поэтому я считаю, что данное решение незаконно и вообще непонятно, да, почему такие решения выносятся. Поэтому я ровно с таким ходатайством завтра буду обращаться в следственные органы, чтобы они сами обратились в суд для того, чтобы изменили меру пресечения.